Матвей рассказывал, тебе рассказывал, как мужики чайку зелененького попили на рыбалке? Нет? Короче, капец. Дело было еще, когда батя служил. Поехали его эти сослуживцы на рыбалку. Поехали на рыбалку. Рыба не ловилась. Получается в том анекдоте, что удочки можно было и не брать, и за автобусами уходить. Короче, начали они там пьянствовать. Пьянствовали. Естественно, допьянствовались там уже до сраной немочи. Ну, тут один говорит. Что-то, говорит, мужики, сушняк меня давит. Может, это самое, чайку бы попить, самое то. А то, говорит, капец, после водки тяжело. Ну, это ты, говорит. Все, я вспомнил. Про лепеху. Я уже расскажу. Ну, говорит, у меня там, видишь, в мешке прессованный чай. Есть. Все, Матвей, хватит. Говорит, поди возьми. Тут взял, вывернул весь мешок. Рылся. В темноте там что-то, в песке, короче, ничего найти не мог. Вроде нашел брикет. Кинул в казанок, заварил. Утром проснулись. А брикет чая как лежал, так и лежит. Там местные коров водили на водопой. Короче, этот самый. Коровка сходила, покакала. Брикетик взял и заварил. Так и попили, ребята, чайку. Натурпродукт. Ваше здоровье и долголетие. Ваше здоровье и долголетие.